Итак, друзья, показываю еще раз, как я собираю пыльники. Вот на данном автомобиле мы просто меняем пыльник. Но сам шлос был в очень плохом состоянии. Я его весь разобрал, помыл, почистил, забил вовнутрь новую смазку. Вот. По поводу колец вот этих вот стопорных. Многие забивают и эти кольца срезают. В итоге получается вот такая штука. И бывает, что они еще вылетают. Показываю, как я их накидываю. Накидываем сначала хомут, потом пыльник. Фиксируем его. Затем берем хомут пластиковый. И вот это кольцо мы зажимаем. Кольцо зажимаем. Все. И когда мы берем уже шлус, забиваем его, у нас хомут слетает, и кольцо становится уже в свое место. Все, можно полностью. Итак, повторюсь еще раз. Здесь обязательно все обезжириваем. Переворачиваем его вертикально и смазку накидываем в самый-самый низ. Один пакет ушел уже в сам шлус. Вот. Чтобы на ту плоскость, где у нас обжимается хомут, чтобы там не было смазки. Чтобы там было все обезжирено. Так как здесь шлус массивный, у нас выходит 3 пакета. И один пакет у нас уже вот здесь. Все. Срезаем хомут пластиковый и собираем. Ну все, хомут мы срезали, берем новый хомут, берем вот такой вот рычаг и обжимаем. Все, привод у нас готов, можно ставить.